Люберчане продолжают принимать участие во всероссийской акции «Книги Донбассу». В округе уже собрали более 2500 книг, которые отправили в школьные и публичные библиотеки в Донецкую и Луганскую народные республики. Как жители участвуют в благотворительной акции, узнаете в нашем следующем сюжете. Пусть читает подрастающее поколение. Когда ветеран педагогического труда Валентина Морозова услышала, что в Люберцах работает пункт сбора литературы для жителей Донбасса, тоже решила принять участие в благотворительной акции. Книг дома много, а дети и внуки давно выросли. Пусть дети развиваются, пусть дети учат русский язык. Здесь всякие книги, и Короленко, и Достоевский, и Толстой. Собранные книги, а это художественная литература, публицистика, словари и энциклопедии, Валентина Ивановна вместе с волонтерами упаковала и передала в общественную приемную партии «Единая Россия», которая инициировала проведение этой акции. Свои детские книжки передает сверстникам и школьница Ксения Дроздова. Вместе с мамой Ксюша пришла в библиотеку имени Есенина. Здесь, на Октябрьском проспекте 49, тоже работает пункт сбора литературы. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу отдать книжки детям Донбасса. Замечательно. Проходите. Ксения принесла свои любимые сказки и сборники детских рассказов Аркадия Гайдара и Юрия Коваля. Я эти книжки за лето уже прочитала и решила их отдать детям Донбасса, чтобы они учились, читали их. Жители очень активно откликнулись на вот эту вот акцию. В неделю мы собираем порядка 200 книг. Жители приносят книги хорошие, приносят интересные. Еще у нас есть такая история, что мы пишем письма, чтобы люди, когда распаковывали коробку с книгами, то есть они почитали еще до. Добрые пожелания от нас. Книги – не только главный источник знаний и мудрости. На них воспитывают любовь к родине. В акции «Книги Донбассу», участниками которой стали многие жители городского округа, может принять участие каждый люберчанин. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.